45. Опять прогуливаемся по Ленина. Как красиво. В этом цвете, в желтом. Красота, ребят. Я вам хочу сказать, так грустно как-то. Смотришь на мирных людей, на мирную жизнь и думаешь, а как там Херсон, а как там херсонцы, что будет с городом. Как бы хотелось, чтобы город остался целеньким. Thank you.
Коля, что ты можешь сказать, какие твои впечатления о Керчи? Нет слов. Класс. А чебуреки какие тут? А, вам только тыкома привезли. Ага, тебе подождать. А где, что, на диете, что ли? Так, вроде два заказывал. Вкусные чебуреки тут? Нет, чебуреки здесь классные. Настоящие. Крымские. Крымские, да. Свежайшие. С пылу с жару. Вот такие уточки тут плавают. Это в одной канал. Что там, Сеня? Кто там плавает? Дичь. Ага, дичь плавает. Дичь. Ой, ну такая же красивая. А у нас в Херсоне, вот в музее, в этом, скажи, в каком? Краеведческом. Да. Вот такие чучелки сидят. Слушайте, там есть такое чучело кабана, стоит грула и кабан рядом. Так кабан чуть-чуть, как бы, ну, только ниже коровы. Ты что, знаешь, что называют? То ли корова белка, то ли кабан сильно крупный. Нет, наверное, кабан сильно крупный, а корова такая, ну, кабан.